4 марта 2023 года. Зайдем во дворик, посмотрим, что здесь. Гаражи, сарайчики тут и старый барак стоит. Окна деревянные. Трудовой переулок 4. Вот весь покосившийся такой барак в центре города. Гаражики. Барак здесь стоит. Кто-то, наверное, еще живет, а может нет. Непонятно. Света не видно там. Так, что у нас здесь? Какой-то шлагбаум там стоит. Лестница вниз. Алеутская 15Б. Вот это кирпичное здание. А это у нас дом Юла Бринера. Висит памятная табличка.
И звуки перфоратора раздаются, наверное, внутри ремонт идет какой-то. Алеутская, 17.
все-таки можно. Зашли в подъезд жилого дома. Посмотрим, что здесь у нас. В общем, жилой дом. Особо здесь ничего интересного нет. Здесь аварийное здание какое-то. С крыш капает, все тает постепенно. Здесь какой-то ресторанчик находится. Терраса. Еще закрыто. Там летняя терраса, она еще, конечно, закрыта.